Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 7, вопрос 1886. Если случалось, что священники не слушались добрых архиереев, то что они с ними делали? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Или наказывали, или запрещали, или совсем отлучали. Было и похуже, что ослушников настигала смерть. Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо это для вас не полезно». 3 Иоанна 1:10. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Житие святого Геннадия, память 31 августа. Призвав сего клирика, патриарх начал увещевать его, отечески исправляя его духом кротости, но, видя, что он оставался неисправимым, повелел слегка наказать его. Когда же тот продолжал быть неисправимым, и наказание не действовало на него, патриарх послал одного из слуг своих в храм мученика, при коем находился Харисим, умолять мученика, чтобы он сам исправил бы или отсек от церкви преданного грехам клирика своего храма. Посланный, придя в храм, стал пред алтарем и, простерши руку ко гробу мученика, сказал: «Святой мученик Елеферий, патриарх Геннадий возвещает тебе через меня грешного, что клирик Харисим, служащий в твоем храме, совершает многие беззакония и творит соблазны. Посему ты или исправь его, или отсеки его от церкви». После сего на другое утро Харисим был найден мертвым. Честь защитить, достоинство, жену, жилье, достаток, место у кормушки, быки рогами недруга прижмут, цыпленка коршун с высоты на мушку, баран с разбегу лбом по лбу соседа, копытом бьет легавый жеребец, и голубь клювом долбит небезвредно, оставит пес на память нам рубец. Верблюд плюется, щиплет гусь гусят, а в человеке скотный двор, зверинец, на нем зарезанные в ягдашах висят. Вся экология и мирный выстрел Гринпис. Там, где учение Христа не прижилось, и сам Спаситель, нежеланный вестник, тысячекрат усиленная злость не просто мухомор, но атомный навесит. Еще от Первой мировой войны не примерли израненные вдовы, но толстосум кидает из мошны, подлодки выстроены и к войне готовы. Обезоруженный младенец не бессилен, таким и видится всегда христианин. Невозрожденные от ярости взбесились и выбивают только клином клин. Завет Спасителя, не Ветхого Завета, преображает в ангелов убийц, и заговоры рушатся, наветы в прощенье нашем потеряют смысл. Что значит «филаретовы враги»? То Божьи, то Отечество, то наши. Придет к нам с Ятаганом и Брагим, а к ним с мечом с Невы наш дядя Саша. Сквитались, как считают, угольками. И не на этом свете, а в гиене, пока что клацают зубастые клыками собаки лютые на прошлогоднем сене.
8 сентября 2003 год, Игнатий Лапкин.